Мы находимся в микрорайоне Эликонт. Здесь коммунальными службами проводились работы по восстановлению горячего водоснабжения в двух многоквартирных домах. 20 лет Победы 11 и 13. Произвели вскрытие сети и замену поврежденного участка горячего водоснабжения. Дополнительно заменят еще 70 метров трубы. На сегодняшний день мы совместно приняли решение о том, что трубопровод горячего водоснабжения по сути, в ненадлежащем состоянии требует замены. Порядка 70 метров трубопровода горячего водоснабжения будет заменено, утеплено, как это положено, и, соответственно, вычищены все лотки, значит, тепловой сети, закрыты и восстановлены будут, как требует того необходимая нормативная документация. Также коммунальные службы проводят работы на территории Сарапульской городской больницы номер 2 на Южном поселке. Здесь обнаружили течь системы отопления, в результате чего весь медкомплекс мог остаться без тепла. Аварийные работы проводили в ночь с воскресенья на понедельник. Здесь уже произведена замена поврежденного участка, ликвидирована течь и обеспечена подача тепла. Данная тепловая сеть снабжается теплом от 306 ЦТП, 306 квартала. И вот, собственно говоря, в 2019 году эти тепловые сети вместе с сетями горячего водоснабжения должны были быть реконструированы. Наша сегодняшняя задача обеспечить бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе от наших муниципальных объектов, перенять всю полностью инициативу обслуживания и содержания сетей, в том числе капитального ремонта и текущего ремонта от концессионера, который, собственно говоря, и не выполнил свои концессионные обязательства. В связи с этим у нас на сегодняшний день работают необходимые службы, в оперативном режиме решаются все необходимые вопросы. Все это находится под контролем администрации, непосредственно моим.